28 декабря, время 11 час, нигде не слышно, чтобы работала техника. После циклона, засыпавшего снегом Приморский край, жительница поселка Ковалерово оказалась в плену. Она неделю не могла выйти из своего дома, и только 28 декабря приехал трактор, чтобы расчистить снег у ее двери. Видео публикует Народный фронт Приморского края в своем телеграм-канале. Снега столько, что калитка не открывается. Ко мне пробирается трактор. Ура, товарищи, трактор едет! Какое счастье! Женщина не могла попасть ни в магазин, ни в аптеку, ни на работу. По ее словам, в администрации ей посоветовали перелезть через забор. Увы, возраст и состояние здоровья проделывать такие трюки не позволяют, так же, как и ловко орудовать лопатой, чтобы самостоятельно освободить себя из снежного плена. Вскоре Народный фронт уточнил, что днем на очистку дороги все-таки выехал трактор, женщину вызволили из снежного плена.